Всем добрый день! Сегодня я планирую посеять гацанию или газанию. Я ее сею первый раз, вот, но я почитала про нее в интернете. Узнала, что этот цветок родом из Африки, вот, поэтому он очень любит солнечные места. Не очень любит сильное переувлажнение. Вот, то есть я думаю, что я на своих клумбах найду для нее солнечное место, и она украсит мои цветники. Вот, я выбрала вот такие красивые сорта, розовые тени и красно-желтая гацания. Высотой они до 25 сантиметров, а цветок у них для такого роста просто вообще невероятно большой, 12 сантиметров. Вот, на упаковках подробно написано, как, во что и когда сеять. Вот, но написано, что на рассаду нужно сеять где-то в феврале, в апреле, то есть с февраля по апрель можно. Вот, я сею сегодня, 7 января. Вот, потому что хочу, чтобы она у меня в конце мая уже цвела, чтобы я уже могла ее высадить. Она у меня зацвела. Так, ну начну вот с этой, с красно-желтой. Я подготовила землю, земля цветочная, покупная, вот, и сделала две бороздочки, то есть у меня вот в каждом этом пакетике, тут 5 штучек, и во втором пакетике тоже 5 семечек, вот, видите, какие у нее семена, они в оболочке в специальной. Сеять их нужно каким образом? Семечко такое интересное, оно в форме клыка, я бы его назвала, эту форму бы как клык. Так, семечки прилипли к пакетику. Нужно уширенную часть семечка погрузить в землю, а остренькая часть, чтобы была, торчала наверх. Вот, то есть присыпать эти семена не нужно, они всходят так без присыпки. Вот, то есть я нажимаю на него немножко, да, и как бы уширенный конец у него уходит в землю, а остренький остается здесь снаружи. Вот я их просто вот так разложу, а потом уже зубочисткой подправлю, как мне нужно. Вот, то есть этот правильно встал, этот наоборот, поправила его. Так, этот тоже поправила, и вот этот тоже поставила так, как нужно. Вот, теперь мы еще раз опрыскиваем из пульверизатора, тем более тут такая оболочка довольно-таки жесткая мне показалась. Вот, ну, надеюсь, она растворится. Так, вот, значит, с этой стороны у меня будет красно-желтая. Я приклею потом сюда обязательно эту картинку. Так, а с этой стороны у меня будет розовое газание. Вот, семечки точно такие же. Но видно, что семена из одной серии. Упаковки абсолютно одинаковые, сорта тоже одинаковые. Поэтому я сею их в один контейнер. Если бы семена были разные, то я бы их сеяла разные контейнеры. Тут и производитель один, и как бы серия одна, только расцветка другая. Так что, я думаю, они одинаково должны сойти. Так. Вот, 5 штучек. Точно такие же семена, как в первом пакетике. Точно такие же. Вот, я их также раскладываю. Первое. Второе. Третье, четвертое и пятое. Так. Также вот его поворачиваю нужным концом вверх, острым вверх, чтобы они у меня побыстрее взошли. Вот, говорят, что всходят они на второй-третий день. Вот, но я не знаю, я сажу их первый раз. Поэтому вот они у меня когда взойдут, я тогда уже вам и расскажу, на какой день они у меня взошли. А так я не знаю. Вот, я еще раз пробрызгала из пульверизатора. Так,
Теперь я просто... Нет у меня крышечки от этого контейнера, поэтому я просто вот так вот ставлю в пакет. Вот. То есть у меня вот такой вот парничок из пакета. Вот так вот ставлю, запаковываю. И все это на свой стеллаж. Кому понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!